Черноморские афалины, белуха и два морских котика. Скоро в Караганде откроется дельфинарий. Для нашего города событие неординарное. Наш корреспондент все разузнала о рыбьем шоу. В этом резиновом помещении полным ходом идет строительство огромных бассейнов. Все готовится к приезду важных морских обитателей. Вовнутрь нас не пустили, говорят, пока небезопасно, да и работы там еще много. Устанавливается бассейн, глубина 3 метра, объем 600 метров кубических. Заливается вода. И устанавливается зрительный зал по окружности бассейна. Зал зрительный рассчитан на 568 посадочных мест. По животным приедут два черноморских дельфина, одна белуха и, возможно, два морских котика. Котики еще под вопросом. Программа идет 45 минут. Полноценная программа стационарного дельфинария. То есть это не просто выставка, да, где вы пришли, посмотрели просто на животных, да, и все, и ушли. А будет показано всевозможные трюки, да, с участием непосредственно млекопитающих, работа с предметами, там, с мячиками, с обручами. Через несколько недель после открытия посетители смогут поплавать с дельфинами. Многие воспринимают это как дельфинотерапию. Однако это не так, заверил нас администратор. Также Дмитрий рассказал нам, что сама дорога очень тяжело переносится как для жителей моря, так и для тренеров. Тяжело эмоционально просто. Допустим, при перевозке животных, да, тренера едут непосредственно с ними, животными, потому что во время перевозки надо за ними наблюдать, смотреть на частоту дыхания, Поэтому это больше не физически, а эмоционально. Сейчас проводится монтаж надувного помещения. Организаторы планируют открытие на 10 июня. Агирим Бухтаева, Рустам Бараев, Никита Косых, 5 канал.